Всем привет! Друзья мои, у меня для вас отличнейшая новость. Буквально несколько дней назад я вернулся с выставки и вот для вас записываю обзор с этой самой выставки. А зачем, собственно, записываю? Да потому что я нашел очень много интересного, чем сейчас в непростых условиях можно комплектовать интерьер. Это и дизайнерские вещи, это и простые, недорогие вещи, это и текстиль, и мебель, и светильники, и шторы. Короче говоря, целая куча всего, чем мы с вами, дорогие друзья, можем комплектовать интерьеры. Поэтому я запланировал целую серию видео. Смотрите их обязательно. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Уведомления будут вам приходить. Ну а сегодня видео про мебель. Я расскажу вам про 7 фабрик. 7. В следующем видео еще про 7 фабрик мебели. Далее опять расскажу про мебель, уж слишком ее много, так это ведь и здорово, друзья, что ее много. Потом я вам расскажу про текстиль, про керамику и много чего еще интересного расскажу. Так что, ребята, приготовьтесь и поехали. Итак, я начинаю свой рассказ про мебельных производителей России. Это те ребята, которые работают здесь, производят здесь и продают нам, поэтому каких-либо проблем с поставками нет. Ребята, я удивился, какой здоровский, классный дизайн могут делать и производить наши отечественные ребята. Это просто чудо чудесное какое-то. И я спешу с вами этим поделиться. Итак, первая фабрика, даже не фабрика, а бренд, личный бренд, это Александр Коваль. Это известнейший дизайнер в России и за рубежом. Предметный дизайнер, который делает офигенную мебель, светильники и вообще много чего интересного на самом деле он делает. Поэтому, друзья, сайта, к сожалению, у него нет. Но вы можете погуглить Александр Коваль. А еще его можно найти Александр Дизайн. Так что найдете, не ошибетесь, это наш предметный дизайнер. Но пока я вам показываю те вещи, которые были им придуманы, спроектированы и нашими местными производителями изготовлены. И вот они стоят на выставке, пожалуйста, их можно приобрести. Ну а вообще его вещи и предметы продаются у многих производителей мебели, поэтому это здорово, что у нас в России есть такие классные ребята, как Александр Коваль. Александр, привет, молодец, респект тебе, продолжай в том же духе. Ну, идем дальше. Следующая фабрика называется My Sunny Home, если я вообще правильно произношу, потому что у меня с английским всегда проблемы, так что прошу сделать снисхождение в мой адрес по этому поводу. Итак, это предметы интерьера из натурального дерева. Можно выбрать различные цвета и все такое прочее. Давайте посмотрим, что у них есть. Ну, во-первых, есть симпатичный сайт, это уже радует, друзья. Здесь мы можем найти декор для интерьера, освещение, то есть лампы, мебель и зеркала. Ну, например, мы можем с вами зайти в зеркала и выбрать абсолютно дизайнерские, недорогие, прикольные зеркала из дерева. Друзья, ну посмотрите, какая прелесть. Вот, пожалуйста, есть темные, светлые, какие угодно. Очень симпатичные. Но мне понравились те вещи, которые стояли на выставке. Это такой, знаете, в стиле а-ля рус, столик и зеркало. Очень красивые, очень самобытные. Ну, просто красота. Вот посмотрите, ну, на экране у вас тоже появится. Поэтому, ребята, вы можете перейти на этот сайт, ссылочку я оставлю в описании, выбрать то, что вам подходит, и укомплектовать свой интерьер, никаких проблем. Дерево — натуральный материал, производство Россия, так что ничто не может нас остановить, чтобы заказывать эти классные вещи. Идем дальше. Следующая компания, мимо которой просто невозможно пройти мимо, просто потому что создатель этой мебели дизайнер. Ну а раз дизайнер, то соответственно мебель получается дизайнерская. И эта компания называется Reda. Компания, которую придумала, насколько я понимаю, и
воплотила в жизнь всю эту концепцию Дарья Василькова. Это интерьерный дизайнер. Вот ее замечательная мебель. И она замечательна тем, что это комоды, тумбочки, облицованные плиткой. Плиткой, которая дизайн тоже придумала Дарья Василькова. И это очень круто и прикольно. И они очень яркие, самобытные. При этом, надо сказать, что очень качественные. Вот, кстати, можно посмотреть. Я их пофотографировал на выставке, пооткрывал. Потому что с чем мы сталкиваемся обычно, когда касаемся отечественной мебели? Да, с тем, что узлы не проработаны, какие-то шурупы торчат, какие-то крепежи не закрыты, а здесь все классно, идеально, запилено в 45 градусов. Вот посмотрите, это же просто качество на уровне. Я очень сильно порадовался. В общем, такой вещью можно украсить любой интерьер. Ну, помимо этих комодов и тумбочек, можно найти много чего другого интересного из мебели у Дарьи. Ту же плитку, тот же текстиль, поэтому сайт оставляю в описании. Ну и идем дальше. Следующая компания — это человек. Человек Илья Кузнецов, который делает классные вещи из дерева. Все это написано у него на сайте как авторская деревообработка. И, ребята, это на самом деле очень крутая мебель, я вам хочу сказать. Я когда зашел на стенд, посмотрел на мебель, пощупал ее, у меня даже такая, знаете, ассоциация с мебелью парада такая есть. Вот знаете, вот у которой очень хорошая там деревообработка, такие закругленные, заоваленные края. Ну вот судите сами, насколько классно сделан, например, вот этот вот стул. Ну это же просто чудесное чудо, ребята, посмотрите. На ощупь это тоже очень круто, то есть очень высокое качество деревообработки, очень высокое качество соединений. Нету нигде вот этих вот болтов, знаете, вот торчащих, вот как они называются, по-моему, конформаты или что-то такое. Ну, в общем, это такая железная фиговина, которая торчит сбоку. На нее прикручивается, например, спинка, а потом она затыкается такой пластмассовой шляпой сверху, такая блямба сверху пластмассовая. Ну, видели наверняка вот это вот все то, что раздражает, просто бесит. Вот аж глаз дергается, когда смотришь вот эти все крепежи. Здесь такого нет. И поэтому я говорю о том, что это мебель высокого качества. Во-первых, и дизайн-то классный у нее. Ну, посмотрите, просто приятно посмотреть. Но помимо стульев есть и другие вещи. Есть и этажерки, есть какие-то комоды, есть вот кухни, лестницы на заказ, вот, пожалуйста, делает человек. Но вот на сайте пишет: индивидуальный подход, низкую стоимость и короткие сроки изготовления по сравнению с европейскими аналогами, воплощение виртуальных идей в жизнь, высокое качество. Ну, в высоком качестве я убедился, по стоимости ничего сказать не могу, у каждого свой критерий оценки. То, что индивидуальный подход – это да. И то, что воплощение виртуальных идей в жизнь, ну, все, что мы придумаем, это, наверное, тоже да. Ну, судя по тому, что какие вещи стояли на стенде. Короче говоря, ребята, радость радостная. Мебель высокого качества из дерева просто вот, прям вот как Италия стоит, знаете. Так что ссылочку оставляю. Переходите, изучайте сайт, связывайтесь с этим замечательным мастером и вперед заказывайте, комплектуйте свои интерьеры, делайте их красивыми и качественными. Ну а я двигаюсь дальше. И следующая компания называется DecoCor. Это минималистичная мебель из металла и кожи. Ну и чуть-чуть дерева. Но давайте быстренько пробежимся по их сайту и увидим, что это каркасная мебель, каркас из металла. Металл может быть черный, крашеный, белый может быть блестящий. Кожа может быть любых цветов. Есть корпусная мебель, ну тот же каркас, например, металлический, а полки деревянные. То есть это шпон натуральный, я так понимаю. Есть вот такое замечательное кресло, на котором я посидел на выставке. И надо сказать, что оно вполне себе удобное. Так что если вы приверженцы минималистичных интерьеров, то эта мебель прям вот вам в самую елочку подходит. Но опять же смотрите по цветам, смотрите по стилистике. Может быть, не в каждый минималистичный интерьер она подойдет, но мебель очень классная. Опять же, качество на уровне, дизайн на высоте,
ну и вот эти все, знаете, минималистичные все вот эти вот линии, чистота линии, ну просто радует глаз. Вот ширмы, кстати говоря, тоже, вот ширма металлическая, ну правда же прелесть, она и выглядит так как элемент декора, ну и функционал определенный несет. Ну вот есть такие, например, стеллажики, тоже минималистичные, выглядят очень аккуратно, красиво. Ну, в общем, загляденье. Я на выставке обратил внимание на барный стул. Вот он из такой красно-рыжей кожи на каркасе. Этот стул, значит, владелец стенда принес из какого-то бара и сказал, что уже несколько лет на этом стуле, значит, ерзают попами. И вот с ним до сих пор ничего не случилось. Ну, единственное, края, понятно, что затерлись немножко, но вот на фотографии видно, насколько это произошло. Ну, короче говоря, очень прочная, вандалостойкая мебель. Если ножницами разрезать кожу не будете, то все будет норм. Короче, переходите на сайт, ссылка в описании, изучайте, связывайтесь, заказывайте, покупайте, радуйтесь. Следующий стенд с мебелью, которая мне понравилась, называется H3. Не совсем понял, что это значит, но оно и не важно. Я поговорил с Аленой, которая находилась на этом стенде, которая, собственно, представляет эту фабрику. Мебель мне действительно сильно приглянулась. К сожалению, у них нету сайта, но зато есть страничка ВКонтакте. Называется она H3, нижнее подчеркивание, фурнитура. Ну, на экране, если оператор соизволит вывести, то вы увидите эту надпись. Ну, а вообще, ссылочку на страничку ВКонтакте я оставлю в описании. А что понравилось? Во-первых, интересный самобытный дизайн. Это раз. Второе, высокое качество отделки. Третье, приятные люди, с которыми я общался. И все это в совокупности говорит о том, что это компания, с которой хотелось бы работать, с ней, наверное, приятно работать. И мебель-то у нее классная. Ну вот, смотрите, какой замечательный стол. Стол это крашеный МДФ. Сверху рабочая поверхность отделана каким-то ноутбуком, очень приятным на ощупь. Очень прикольная фрезеровка. Это выдвижной ящик. Вот он выдвинутый, кстати говоря. Я, естественно, когда мебель осматриваю, залажу внутрь, все смотрю, как крепления выглядят. Так вот, хочу сказать, что здесь все на высочайшем уровне. Ни сучка, ни задоринки, все здорово. А, правда, стоимость такого стола соответствующая. То есть стол стоит, на выставке, по крайней мере, объявили стоимость 200 тысяч рублей. Дальше, очень интересная подвесная полка, вот такая вот с закругленными такими верхом и низом. Вот такой овал, висящий на стене. Но хочу сказать, что не так-то просто это сделать, дерево загнуть вот по такому радиусу, чтобы это было действительно радиус, а не какой-то там стакан граненый. Потом это еще все покрасить аккуратно. Но это, я вам скажу, очень круто. Мне очень понравился вот этот вот стеллажик, такой зелененький, с дырочками, с подсветочкой. Вроде бы ничего такого особенного, вроде бы он вполне себе такой простой, но вот за счет вот такого нестандартного подхода в дизайне, вот с этими дырочками, выглядит очень прикольно. Его можно использовать как отдельно стоящий элемент декора в интерьере. Ну, очень здорово. Понравился вот этот столик, консоль, точнее говоря, вот этот вот заоваленный, тоже очень аккуратненький, очень лаконичный. Ну, мы в своих интерьерах очень любим ставить консоли, например, в прихожих, поэтому вот я ее, например, в своих интерьерах вот прям вижу, как ее можно использовать. Очень классная штуковина и очень высокого качества. Очень качество высокое, еще раз повторюсь, поэтому я с удовольствием буду на них смотреть, ориентироваться, возможно, использовать какую-то мебель в интерьерах, в квартирах, домах, ну и так далее. Очень приятно, что у нас в стране есть такие ребята, которые на высоком уровне с классным дизайном делают мебель. Это значит, что ничего не пропало, ничего не потеряно, будем комплектоваться, но только теперь уже не Италией, а отечественным производителем. Ну, может, оно и к лучшему. Следующая мебельная компания, которую я хочу вам предоставить, называется совсем незамысловато. Видимо, долго не думали и не парились и назвали себя, ну так, неброско. Один гений. Вот так вот называется компания. Один гений. Может, как будто вот он один, ну и, конечно же, гений. Ребята, ну, в общем, ну вот так вот. Но мебель классная, я вам скажу. Прикольная, дизайнерская. Ну вот одна эта тумбочка только чего стоит. Кстати говоря, мы ее использовали в одном из
интерьеров своих. Ну вот видите, вот их буклетик «Один гений». Сайт так и называется «OneGenie.ru». Так что переходим, смотрим, изучаем. Ну, во-первых, сразу же внимание привлекает необычная мебель. Например, вот конкретно вот это вот. То есть это очень нестандартно, когда у консоли вот сделано такое подстолье в виде какой-то вот коряги непонятной. Естественно, я подошел, все пощупал, пооткрывал, потому что раньше вживую я не видел эту мебель. Не было такой возможности с ней познакомиться. Ну, а здесь я подошел поближе, пооткрывал ящики, все пощупал изнутри, посмотрел. То есть обратите внимание, как в 45 градусов запилен ящик. Это значит, когда он закрыт, вот по этому контуру мы не видим торца и боковины шкафа. То есть вот этого торца нет. Есть аккуратная каемка по периметру и все. Вот что значит запил в 45 градусов. То есть это уже следующий уровень технологичности, я бы так сказал. Раньше, например, наши мебельщики этого делать не умели категорически. А сейчас, вот обратите внимание, вот всех, кого я вам показываю, все легко справляются с этой задачей. То есть, пожалуйста. Значит, что еще мне здесь понравилось? То есть обратите внимание, здесь не просто в 45 запилили, а здесь еще вот каемочку у вот этой коробочки, обратите внимание, она черная, ее покрасили в черный цвет. Я спросил, это что, это затирка проглядывает или что это такое, зачем? Они говорят, нет, это сделано для того, чтобы поддержать слишком активное подстолье вот с этими темными разводами, обратите внимание. То есть представляете уровень какой замороченности, то есть ребята заморачиваются до таких деталей, как подкрашивание внешнего угла тумбы, которого, возможно, никто и не заметит. То есть, представляете, о чем это говорит? О каком уровне дизайна, подходе, мысли? Я прямо был в восторге и смело могу вам рекомендовать обратить, по крайней мере, свое внимание на этого производителя «Один гений». Заходите на их сайт, изучайте их мебель. Мебель действительно достойна внимания. У них есть стеллажи, консоли, полки. В общем, много всего интересного. Но вот на сайте, например, я сейчас вам полочку необычную покажу. Наверняка вы ее видели где-нибудь в Пинтересте. Но вот здесь на их сайте можете посмотреть. Конечно, цена не как в Икее раньше была. То есть вот эта вот полочка в виде дерева стоит 88 900 рублей. Кто-то скажет, да вы что, с ума сошли? Ну, друзья, ну а как вы хотели? Во-первых, это дизайн, во-вторых, это технология, в-третьих, это внешний вид, в-четвертых, это материалы натуральные. Ну и я вам скажу, если такую штуковину заказывать где-нибудь там в Европе, например, то это будет стоить 1300. 300. Поэтому смотря с чем сравнивать. Вот так вот, друзья. Ну, а я хочу обратить ваше внимание вот на эту отдельно стоящую консоль, на которую мы в свое время обратили внимание и заложили ее в свой дизайн-проект, использовали в своем прекрасном интерьере. Сейчас она у нас стоит в частном доме в холле второго этажа. Вот и, кстати, я хочу вам его показать. Вот, посмотрите, как прекрасно она вписалась. Ну, вообще, это вот интерьер, который мы разработали. И посмотрите, как великолепно здесь вписалась вот эта вот тумба. Ну, просто чудо. Вот, посмотрите, как здорово. Просто одна эта тумба буквально делает интерьер. Почему она здесь появилась? Потому что у нас была идея лесного утра. Ну, чтобы возникло вот это ощущение, когда рано утром мы вышли в лес, когда еще на траве утренняя роса, и вот с утра мы походили, погуляли, подышали свежим воздухом, собрали ягоды, чернику, возможно, пришли домой, а дома запах кофе, черничного торта, и вот пирога черничного, и вот мы с кофе едим черничный пирог, в общем, ну вот представили вот это все, вот у нас вот такая вот история была вот в этом интерьере, поэтому появились такие цвета, поэтому появилась такая консоль, как будто это вот коряга из леса, появилась та же люстра, например, такая же вот в виде кроны дерева, там, возможно, с той же росой на ветвях. В общем, все не случайно здесь появилось. И почему я коснулся этого рассказа, вот про этот интерьер и при чем здесь тумба, да потому что наши производители мебели, дизайнеры,
начали задумываться о том, что мебель — это не просто коробка какая-то, а в ней заложена какая-то идея. И вот здесь их идея идеально совпала с нашей. То есть мы, как дизайнеры, буквально ищем такую мебель, такие предметы, декоры, светильники, которые бы усилили нашу идею. И вот здесь вот прекрасно, великолепно все сошлось. И эта консоль вписалась прекрасно, идеально, я считаю, в наш интерьер. Друзья, если вы испытываете сложности с подбором мебели, не знаете, какую выбрать, не знаете, как ее сочетать, не знаете, как подобрать цвета, освещение и создать ту самую гармонию и тот самый уют в квартире, то обращайтесь к дизайнерам, то есть к нам в студию Градис. Ссылочка будет в описании. Мы с удовольствием сделаем для вас индивидуальный, эксклюзивный, удобный, красивейший интерьер с идеей, с историей, а значит, с атмосферой. Ну, а на этом все, друзья. Пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу, что я еще не осветил, про кого не рассказал. Возможно, вы знаете больше, чем я даже в этом просто уверен, поэтому обязательно в комментариях напишите. Поставьте лайк этому видео. Ну и все, всем пока, да пребудет с вами муза.